что, новый обзор, день второй, отдых на природе. Водочка с интересным названием Алтай. Ну, все мы знаем, Алтай — это Алтайский край, да, столица, что столица Алтая, забыл, город называется. Барнаул. Барнаул, да. Какое-то название космическое, как будто, да. Ну, в общем, водка, ребят, стоит 642 рубля в магазине Dixie. Поехали. Вначале открываем. Блин, вот это меня разочаровывает. Вот эти вот рассекатели, вот нафиг они не надо вообще, да? Ну, помнишь, кому-то может нормально. Мне нравится. А что этот рассекатель? Типа, чтобы они красивенько наливалось. Вот так. Ну как? А, ну да, кстати, стоечка такая. Так как наша цель не напиться, а целебозреть, пока по половиночке напиться мы. Ребят, мы тут отдыхаем, пьем второй день, уже один ролик запилили. Вы, наверное, его уже увидели с водочкой. Более другой. Более второй дешевый. День дня рождения. Да, второй день дня рождения. Вот, ух ты, блин, водочка Алтай. В общем, давайте первый без закуски, потом Вань зачитает, что там, чего. Заглянули случайно, там, по-моему, спиртальфа, да? Да, спиртальфа. Да, а что спиртальфа. В составе, посмотрим. Давай. Кто производитель? Опять меня сдюхали. Да, опять меня сдюхали. Прости, да, да, спасибо, ребят. Поздравляйте тоже. Там карта Сбера прикреплю к описанию. Донаты скидывайте. Спасибо заранее. Поехали. На запах. Так, ну-ка, тихо. Ты только что Балчук пил, ну типа Балчук, все мы знаем, известная водка. Ребят, покажу в кадр. Мы вот такую водочку выпивали. Нам она очень нравится. Сейчас решили обозреть. Ну, скажем так, Алтай по ценнику даже подороже будет. Обычно. Вот как вот. Ну, нет такого. Вау. И в то же время не какая-то гадость, нет? Нет, ну, гадость точно не гадость. Давай, Вань, пробуем. Сейчас сравнение будет, давай. Ваня уже напрёгся. Если что, у тебя хата. Да, без проблем. Не, ну она... У нее она вот с Балчиком другая совсем. Вот в конце мне сладость чувствуется. Вот активно чувствую сладость. Я прям сладость. Я вангую, ребят, что здесь есть сахар либо сироп. Она сладенькая прямо в конце. Вот спирт, вода, Балчик. Все. Вань, составчик, пожалуйста. Алтай, Мунтанс, Ривилс. Или Вадим, ты зачитай, давай. Так, альфа. Спирт альфа. Сушеный ароматный спирт, хвоянь. Спирт, хвои, недра. Как понять, хвои, недра? Так, ну, вот, да, хвои. Спирт, хвои, недра. Настой спиртовый недровых орехов очищенных. Настой спиртованный. Ребят, вы впервые видите в кадре, как я смеюсь. Стелящихся каких-то. Ядер стелящихся на начале спиртовой. Ядра, ядра, блядь. Цветов календулы. Нихуя. А сахар есть, мне почувствовалось. Настой спиртованной травы. Нихуя, там что, таблицы? Горячавки. Пищевая ценность продукта. Огромная. Так, а теперь, сейчас, Вань, теперь ты. Да. Переведи. Подожди, там мой сестру, блядь. Да ну нахуй. Алтай тут при чем? Алтай при чем вообще? Или все алтайские травы? Да там, наверное, все, что из-под трактора пошло, все туда зашло. Ну-ка, Вань, теперь давай ты. Только у тебя там солнышко падает. Вода подготовленная, спирт этиловый. Из пищевого сырья альфа. Настой спиртованной айвы сушеной. Айва, это ж айва, что-то это какой-то. Это такая штука, как яблоко. Да, такие, как слива, по-моему. Не-не-не, как яблоко большое. Да? Но твердое. Да. Да. А, ребят, ну, это... ты не пробовал айву? Овощ, фрукт, да? Вкусный, кислый. Как яблоко, я тебе говорю. Да, давай. Но вкус другой, вообще другой. Не пробовал. Так, ну она сладенькая прямо чувствуется в конце. Айвы сушеные, ароматный спирт хвои кедра. Хвойки, да, ну один прочитал, блядь. Настой спиртованных кедровых орехов очищенных. Настой очищенных, бывает в скорлупе, бывает очищенных. Ну, настой спиртованный якорцев стелющихся.
Вадим, что мы сейчас выпили, блядь? Опять пересчитывать? Что, блядь? Я сейчас говорю, все, что из-под трактора, все туда зашло. Яконцев стилище. Это реально, либо это перевод с китайского, блядь? Не все, ёпта. Так, конечно, там целый этот, целый список. Я такой ставут. Настой спирцованный. Спиртованный. Цветок. Цветок календулы. О, календула это да. Просто сложный, сложный состав. От кашля пошла календула. А, календула от кашля, кстати. Ну, вот настой спиртованной травы горячавки. Ну, по факту, ну, все. Да это такой ебаный состав. Да. Ребят, это водка особая получается. Это примерно оно, я так подозреваю, что от коронавируса она сделана специально. Блядь. Туда добавлено все. Блядь, столько тут много. Ну, Вань, ты почувствовал сладость? Я почувствовал. Давайте, ребят, у нас тут... Сникерс по-русски называется, жареная сальца с хлебушком, только вот с того мангала. Пацаны, я вам говорю, это шаманский сникерс. Это, кстати, и... никакой шашлык не нужен, вот отвечаю. Так, корочку хлебушка, сальца. Шашлык нужен всегда. Не, я имею в виду, ты уже надоел, его есть шашлык? А, может, да. Я по чуть-чуть, цель не напиться или обозреть. Вот, Вадим, почувствуй, вот сейчас выпьем как сладость. Почувствую горячавку по-хорошему. Горячавку, блядь, или что там, календула. Нет, мы сейчас по закуску пьем уже. Конечно, конечно, все, все, хватит, хватит это. Да. Хватит горячавку есть на халяву. Поехали, ребят, вот под это ароматное сальце. Да, Ванечка, твое здоровье. Спасибо, да. Ребят, донаты, ссылка в описании, Сбербанк карта привязана. Спасибо. Если каждый по 100 рублей скинет, нихуя сразу мне 200 косарей пробредет, прикинь, нормально. По 100 рублей, если каждый сопьешься. Но все это пойдет на новые обзоры. Конечно, только. И заказывайте. Кто платит, тот заказывает музыку, ребят, имейте в виду. Можете заказать, заплатить и заказать. Ну, можно еще на зарплату. Да, оператора, товарища. Вот, да. Кстати, имейте в виду. Кто хочет увидеть оператора, прямо сейчас кидайте донаты, и она прямо сейчас камеру на себя взвернет. Ну, если не кинете, сорян. Да не видели оператора. Как показывает практика, не все. Не все смотрят. Там у меня видосов штук 200, а все... Так, а все не смотрят. Да. Нормальная водка по мне. Но она не противная вам вообще. Но состав чуть-чуть напрягает. Не, ну опять же, хотя состав этого... Подожди, Алтай? Ну, по факту... Ну, алтайский товар. Ну, понятно, да. Там перечислено вот это. Дары Алтая. Ребят, хотите офигеть? Так. Алтай-водка с использованием технологии дополнительной фильтрации горным хрусталем. То бишь, взяли горный хрусталь, блядь. Колонну надолбили и через нее типа водку. Ну, бутылочка как хрусталечка выглядит. Бутылка прикольная, да. И Архот очередной. А, кстати, зачитайте кто-нибудь, Вадим, производителя, пожалуйста, данной водки. Производителя? Я вам говорю, либо это будет Казань, либо... Либо что еще может быть? Подожди, как Казань, Калтай? Татар... Ну, правильно. Какая буква? А, где букву искать? Да Татарстан. Татарстан. Казанский ликеровочный завод, ребята, подожди, я угадал. Алтай, да, Казань, скорее всего, да. Алтай, это ну, просто... Скорее всего, еще не факт, подождите. Ну вот. Нет, просто... Казань, только там разные... Казань. Подожди, буквы. Подожди, как, какого, объясню. Каким боком Татарстан, это алтайские травы просто, добавили водку на звание Алтай. Это не значит, что она должна там производиться. Танспиртпром, да. Ну, а, Танспиртпром. Ну, тогда понятно. Ребят, кто не знает Танспиртпром, все знают водку Тундра. Слышали? Ну, да? Это Танспиртпром. Тундра вот купил. Все. Это она. Да? Нормально, ребята. Ну, вот теперь, как, ребят, реально, как, блядь, это, наливать. Это удобно. Для разлива специально. Для, ну, ну серьезно, да? Ну, глянь, прикольно вообще. Ну, тогда, ну-ка, ну-ка, Вадим, ну-ка, попробуй разочек. А, лирок у не меня? Не, разливай. Ну, видишь, чуть-чуть. Ну, это орешку як. Бля, мне эта водка зашла, реально. Вот. Ванечка. Вот кто-то сзади оказался, отказался, но мы можем его сейчас кадр пригласить, же еще. Серег, иди сюда. Иди сюда. Одну, правду матку прось, Серег. Почувствуешь ты сладкий вкус или нет? Иди сюда, Серег. Ну, давай я чуть сладкого вам. Вкуса я не а я почувствовал. Мне кажется, Серега тоже поймет. Серег. Иди Серег, правду матку, блядь. Ну мне что-то. Ну,
Давай, Серег. А это товарищ оператор решил? А потому что заканчивается. Не, реально, интересная водка. Это на самом деле такого состава вообще, ну, как какая-то настойка. Как Егермастер какой-то прозрачный. Очень похоже на лекарство. Да, ну вот реально, это водка. Так, давайте за именинника. Да. Да, за сына Виктора. Да, ребят, исполнилось мне сегодня... Я Иван. 46 лет. Вот, так что, пожалуйста, ребят, если есть возможность, жду поздравлений. Давайте, пробуем. И вот попробуем. Мне Серёха она понравилась, у нее вкус такой своеобразный. Вот не сразу не закусывай, сладость идет какая-то. Необычная причем. Ну, подержи чуть во рту, проглоти спиртозность, и пошел приход такой сладенький. Да. Есть? Есть такой, есть, ну, такой. Вот я, знаешь, Серёга, я зашел с Сеньоне, он тоже понимает водки. Водка, на самом деле, она вся разная. Хоть мы думаем, что водка, она вся одинаковая, нихуя. Не, водка приятная. Нет. Приятная. Очень, очень. Подожди. Интересная сладость прямо, да? Ну, вот я еще не закусывал. Ничего. Вообще охуенная. Я эту водку если купил, бы водка отвечаю. Была вся одинаковая, не было бы канала. Ребят, вот человек, правда, матка, которого всегда просите, он реально, согласись, Серёга? Интересная по склевкусе вообще. Водка вообще ништяк. Не, вообще. Вот, я еще не закусывал. Согласись, круче вот царской золотой, вот честно. Она сладенькая в конце какой-то, да, такая? Ты сейчас на преступление его... Нет, я хочу, не, ну реально она такая. Мне нравятся такие водки интересные. Есть водка сухая, это прям какая-то... Да, что-то есть, да. И там состав, столько трав там, пиздец. Сухая, это что значит? Ну, после вкуса как бы, да. Просто уколом в жопу и все. Да. А, так, а тут есть какая-то тема. Да, какие-то вот нотки присутствуют. Интересные, согласись. Вот, ну, подожди, ты не закусываешь, и тебе приятно. Я еще до сих пор не закусываю. Именно приятно. Вот. Да. Прям Вань, приятно. Попробуй, выдержи, отвечай. Ну, как пиво иногда. Пропусти спиртозность, у тебя сладенько во рту, я как пивка. Так выпил. Ну и что, неприятно? По мне будет вообще. Не знаю. Дора, ми, фасоль, си присутствует. Вот я сейчас даже так же сделаю. Да, спиртозность пошла, но ее надо любую спиртозность переждать. Вот пошло. Да. Сладенько так пиздато. Ну, причем не именно сахар какой-то, а что-то вот такое, да? Ну, приятно, очень да. Приятно. Для... Реально, ее можно не закусывать, отвечают. Но состав там бешеный. Состав... Два состав... раза перечитывали. Ну, состав без химозы. Там сироп алтайки. А, кстати, а товарищу оператору как? Без закуски. Тоже приятно. С удовольствием, как всегда. Ваня, что ты микрофон? Слушай, закусывай. Все, водка зашла, я удаляюсь. Водка зашла, подожди, сколько баллов к баллам переходим, Серега? Ну, баллов я не знаю. Я одну рюмочку выпил. А, вообще не баллов 7 я поставлю. Оценники сначала. А, ребят, 642 рубля цена, но в определенном случае вы можете урвать ее по очень интересному ценнику за 499 рублей, за 500 рублей. Бывает акция. И теперь к баллам. А теперь к баллам. Давай, Серег, сколько? 8, да? Я восьмерочку поставил. Вань, ты... Не, зашла, она мне прям тоже легко зашла. Пошла. Вань, ты сколько? Я поставлю 7. Вадим? Ну, как есть так, ну а что? Может, восьмерочку ты... можно поставить, да? Ребят, я тут соглашусь, тоже 8 баллов. Данная водка удивлен, но к применению настоятельно рекомендуется, ребят. Тем более, если вы ее по сладкому ценнику за пятихатку хватит, на нее акции бывает. Для постоянного применения. Да, то вообще огонь. Тем более, начнем с того, что если есть травушка какая, она не просто так есть, значит ее добавляют. Там очень много травушек. Ну, они же есть, значит для чего-то. Ты же сказал, одна от кашля какая-то. Очень сложный состав. Ну, состав сложный, но ни одной там химозы какой-то, я карбонат, натрия, ничего нет. Я не знаю, чего. А. В общем, там календула, хрендула, чего только нет. Дизайн симпатичный. Респект, ребят, 8 баллов. Кристаллик. Берите, не пожалеете, да. На сим мы откланяемся, ребят. Спасибо, что смотрите. До скорой встречи. Пока-пока. Пока. Ставьте лайки, комментарии. Вам мелочь неприятная. Пишите. Будем на связи, ребят. Пока.